Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1474. События дня. Евангелие от Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией». За 25 декабря 2019 года. Обращение. Обращение о помощи. Строим деревню с нуля, чтобы кто-то помог купить комбайн новый. Вот этому старости. И вот о нем тут 4 ролика посмотреть можно. Я буду проматывать поскорее, а вы тормозите. Беги назад. Котенька. Ну вот то, что тут писали, разговаривали. То есть стихи переписывались, я уже не помещаю. Ну и вчера тут заказ был с Молдовы, Молдавия, на 2 полных комплекта книг. И дополнительно большим числом к истинному православию. Ну все пока запаковали, увезти, чтобы Игорь Домунов довез до главпочтамта. А пурга такая... Давно такой не было пурги. Прям рядом мне глаза слепит. Ну и пришлось полдня там пробыть с Володей. Разгрузили все.
За пересылку пришлось отдать 10 тысяч. И отправили. Это много времени ушло. Потом вернулся. 4 письма надо было написать. Одно президенту Путину, в Государственную Думу, в Министерство юстиции и генеральному прокурору. Я это могу даже просчитать. Уже не раз это у меня было тут считано. О том, что свидетели Иеговы, вот эти еретики, они несправедливо запрещены. Они лучше нас по нравственности. А государство не теократическое. Вот и весь сказ. И сказал, чтобы вернули им все, что изъяли, конечно. А меня не вернут. Ну, я не знаю, вернут, не вернут. Надо сказать, что мы были не безразличны. Когда арестовывали других, мы поднимали голос. Ну, вот так здесь у меня есть. Это видно. Сейчас я могу даже найти. Здесь это слово такое, я им тут говорил. Где-то оно тут и есть, иеговисты. Сейчас я посмотрю. А вот, Министерство юстиции Российской Федерации от православного христианина, проповедника, миссионера. Вот я как-то не знаю, как вам тут сказать то, чтобы видно было. Вот так буду передвигать. Прочитайте сами. Это хорошо тут. Затормозите роликом-то. Вот этот самый человек, который говорил при нацистах, как кого арестовывали. Мартин Немеллер. Что об этом говорит конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключение в Риме 4 ноября 1950 года. Дальше я сказал, наши ресурсы, ну, они известны уже. Можете вот посмотреть, кто не знает. Вот такая история вчера была тут мы. Вот она у меня тут есть. «Всем на земле и Бог не угодит», вот стихотворение. Можно прочитать, а можно как-то выделить, я не знаю как. Видно будет, нет. Вот. Всем на земле и Бог не угодит. Вот прочитайте.
Потом занятия были по скайпу. Сергей Павлович вел, у него вроде отремонтировали уже прибор. Все на этом. С Богом.